спасибо. Спасибо. あ、なんか、あ、なんか韓国で悪い聞いたことがあるかな。スパシバ。スパシバ。スパス。スパイス？スパシバ。スパイスシバ？韓国語で悪い。韓国語でなんと言う？なんか韓国語で悪い。これ言えないの？ピーピーピーピー。なんか悪いもの、悪い言葉ですね。なんか何の意味？日本で。バカバカバカよりもっと悪いもっと悪い。でもロシア語でスパシバ、スパシバいい、いい意味、いい意味、真面目、天才、かっこいい、普通の意味、スパシバ、スパシバ挨拶だよ。あースパシバ。あ、でもこれ思い出した。あ、なんか聞いたことがある。そうですね。あ、そうそう、スパイシバ。あ、でもこれ なんか韓国語の悪い言葉とと似ているので、なんか悪い言葉かなと思って。もうそれでよく聞いたので、これもスパシバ。なんかね、ロシア語だと思わなかった。あ、でもちょっとキムチがちょっとバカバカ。バカバカ。お、これもロシア語ですか？うんうん、挨拶です、ね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。またね。そうだよ。バカバカ。バカバカ。そうそうそうそう。これは大丈夫。でも日本語でバカバカ。またね。ハボバボ。あ、ハボバボ。ハボバボ。バカバカ。ハボバボ。バカバカ。面白いね。面白いねロシア語。Я буду им задавать слова на русском языке, они будут догадываться, что это за значение. Поэтому поехали. Дяйко. Сайсё но котоба ва машина. 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 Машину? Жанай. Машину? Машина. 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 Нанно? Канкокуго де машина. Машина. Канкокуго де нанто ю машина. Нанно ими? Машина. Нанно ази га. А, бога машина? 어떤맛이나돈나지돈나지돈나지네맛이나아맛이나돈나지돈나지그래맛이나맛이나예니테르네아맛이나맛이나食べ物じゃないですね맛이나응食べ物じゃない아そう感じがしたよ맛이나맛이나人の名前じゃなくて맛이나地域の名前違うじゃあ最後最後機械機械機械機械うん機械なんか頭がいいね機械じゃないかなマシナマシナこれはなんかマシンとかあこれじゃない賢い、うん、それ自動車あ自動車自動車でも似てる似てるじゃあ1ポイントへえ1ポイントじゃあ次言葉はアナナスアナナスアナナス食べ物食べ物じゃない正解うわ何の食べ物アナナスアナナスアナナスオニオンゼヘフ歌がすごく有名な歌日本の歌日本の歌有名な歌うん、うん、YouTuber ですごく有名 I have a pen I have pineapple pineapple pen モモスイカ？あ、パイナップル！パイナップル！パイナップル！はい、すごいすごいすごい。ありがとうございます。あ、そうそう。オッケー、ワンポイント。すごいすごいすごい。次言葉はガルトシカ。ガルトシカ。ガルトシカ。ガルトシカ。人の名前？じゃない。ガルトシカ。最後、最後シャンス。難しい。カルトシカ、カルトシカ、カルトシカ、カルトシカ、カルトシカ。こうなんだろう、なんだろう、わからない全然。タルツ？タルツ？ケーキ？いえ、違う。じゃない。でも食べ物だよ。お菓子？お菓子かな。いえ、違う。果物？違う。野菜。そう野菜。野菜？野菜野菜野菜なんだろう、なんだろう。カルトシカ。カルトシカ。カルトシカアスパラゴスじゃないじゃあもうバツああじゃがいもあじゃがいもこれ私大好きだよじゃがいも大好きじゃがいも
Цяцуки котоба ва любовь. Мильфею. Любовь. Мильфею, да, не, нанка. Мильфею, канжи га суру, нанка, кейки на намае. Кейки на намае. Кейки га таисуки кава. Кейки оиши? Ун. Джа, кейки о табете, донна канжи га суру? そうそう。なんか世界が私ものを感じる。うん、そうそう。ちょっと似てる。なんか新しい世界が。ああ、新しい世界。ちょっと似てる。ルボフ。ルボフ。すごく似てる。ミルフ。ミルフ。そうだね、ミルフ。ミルフ。パン。パンじゃないよ。チョコレート。チョコレート。ジェリー。いや、食べ物じゃない。 食べ物じゃない。いい感じ。そう、感じだよ。感じ。いい感じ。幸せ。うん、もうある？恋。正解。やった！私、すごい。なんか、いい感じだった。幸せだから、恋かなと思ったよ。うーん、すごい。新しい世界。新しい世界だね。 すごいね。 ありがとうございます。じゃあ最後の言葉は、カリアンカ。カリアンカ。カリアンカ。カリアンカ。カレ？カリアンカ。カレ？カリアンカ。食べ物？じゃない。地域の名前？じゃない。地域の名前？いいえ。カリアンカ。カリアンカ。スリランカ？ いや、違います。カリアンカ。カリアンカ。カリアンカ。うん、カリアンカ。カリアンカ。うん、カリアンカ。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 カリア
すごい。すごい。ですね。すごい。ロシア語勉強してください。 Я уже заработал в компании стартап 18 тысяч рублей. Я вкладывал 15 тысяч, 30 тысяч рублей, и вот сейчас у меня депозит уже на 50 тысяч рублей. Я очень доволен компанией стартап, что данная компания помогает иметь дополнительный доход. Сейчас у меня на балансе 16 тысяч рублей. Я надумал еще открыть один депозит в направлении криптовалютные. 16 тысяч рублей я заработаю 96 тысяч 800 рублей. Это прям очень хорошая прибыль. Все, депозит я открыл и мне осталось ждать. Вот у меня открылся данный тариф с таймером. Кто хочет иметь дополнительную прибыль, всем советую ознакомиться с компанией стартап. Ссылку я оставлю в описании. Итак, сегодня у нас 9 октября, Сеул. Что о погоде? Если вы не знаете, когда в Сеуле начинается похолодание, то запомните, 10 октября. Где-то в середине октября все начинают уже одевать такие курточки и легкие свитеры. Вот, только не пишите в комментариях, типа, бля, Егор, ты всегда в одной джинсовой куртке ходишь. Да не, нихуя. У меня таких джинсовых курток 3 штуки. Одна осенняя, другая весенняя. Ну, короче, летняя тоже есть. Чисто плюс вот этой джинсовки в том, что здесь есть вот такие вот внутренние карманы. Карман положил, вытащил и готов снимать. Сегодня я вам расскажу, как пользоваться метро в Сеуле, а именно, как купить себе проездной в Корее. Проездной в Корее вы можете купить в любом круглосуточном магазине, например, JS25. Сейчас вам покажу, прям напротив дороги находится. Таких магазинчиков очень много, они на каждом шагу в Корее. Эти карточки можно использовать и в качестве проездного, оплачивать любые виды транспорта. Ну и также этими карточками можно оплачивать в круглосуточных магазинах. В том же JS25, 7-Eleven, Mini-Stop и так далее. Вот, и сейчас я покажу, как эти карточки можно пополнять. Пополнять эти карты можно лишь в двух местах. В самом магазине, вот, или в метро. Сейчас я покажу, как это можно сделать в метро. Там стоят автоматы и нужно проводить некоторые манипуляции. Вот. В магазине все намного легче. Даете карточку, даете деньги, и вам продавец все это делает. Сейчас мы с вами спускаемся внутрь
метро, станция Дэхун. Кстати, корейское метро будет немножко поглубже, чем японское. Так, для справочки. Карту я буду пополнять сейчас мелочью, потому что завтра я выезжаю в Россию, а у меня мелочи полный мешок. И чтобы куда-то эту мелочь примостить, приютить, я решил просто деньги положить себе на карту Money. Это самый лучший вариант. Но чтобы не ходить с полными карманами мелочами, лучше всю эту мелочь положить на карту. Правильно? Правильно. Так, выбираем английский язык. По-корейски я не бум-бум. Reloading the transit card. Please place your transit card. Сюда мы кладем карточку. И смотрите, на моей карте сейчас 2000 вон. Так, мне просто интересно стало, а что у нас именно на этой карточке будет? А на этой у меня 1730. Чё-то, блин, ребята, не густо. И самое интересное, теперь нам нужно выбрать сумму, которую мы собираемся загрузить на карту. Монетки. Грузим, и они вот здесь у нас пополняются. Да, ребята, это займет какое-то время, поэтому я продолжу чуть позже. За раз автомат более 2000 вон в монетках не принимает. Он сразу выдает все обратно. Давайте попробуем, по второму разу он будет работать или нет. Да, по второму разу автомат принимает мелочь. Теперь у меня уже 6000. Далее мы берем эту карту и прикладываем ее вот сюда. Пикнуло, значит, можно проходить. Короче, какая-то фигня произошла. Походу, станцию закрыли. Да, реально, станцию закрыли, пришлось пересесть на другую ветку. В общем, ребята, ловите лайфхак. Если вы хотите избавиться от мелочи, то вот таким вот образом. Главное запомнить, что одна машина более 2000 монеток не принимает. Именно монетки, каждая монетка по 100 вонов. Сегодня я уезжаю в аэропорт, поэтому эти деньги я специально положил. Вот, чтобы с мелочью не ехать в Россию. Нафига мне эта мелочь? Да, у меня будут деньги на карте, тем более я их могу использовать для проезда к аэропорту. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Бля, как же трудно все на одном дыхании сказать. Всем пока!